самый лучший существующий тост. Он чаще всего произносится в Новый год, когда много народу, и хочется что-то такое эдакое сказать, чтобы всех удивить. Встаешь, поднимаешь бокал и говоришь: минуточку внимания. До Нового года минута одна. За что же мне выпить бокал свой вина? За счастье ли выпить в Новом году? Не верю, что счастье в нем я найду. Не выпить ли мне свой бокал за любовь? Любил я когда-то, не хочется вновь. За дружбу ли выпить с бокал свой вина? Не верю я в дружбу, в ней корость одна. За что же мне выпить? За горе не пьют. За что же мне выпить? Часы уже бьют. Эх, думай, не думай, не все ли равно, я выпью за то, что вино. Так, уважаемые гости, давайте выпьем за то, чтобы в нашей жизни никогда не было такого разочарования, которое присутствует в данном замечательном стихотворении. За счастье.